Здравствуйте! Сегодня очередное видео про Дэндика. Вот он тут с нами. 22 февраля подарили вот Ваньке на 23 февраля, на завтрашний праздник, трактор. Такой интересный. Когда начинаем играть, стаскивать другие игрушки, и всегда пробегает Дэндик. Тоже, чтобы в общей компании тоже поиграться, потому что понимаешь, что что-то происходит, все что-то играют. Да. Дэндик тоже очень интересно. Обычно притаскивают игрушку и лежит рядом, чешется, гладится, потому что тоже ему, мы так понимаем, приятно поучаствовать в общем таком, в общей игре вместе со всеми. Потому что кругом люди играют, энергия игры, скажем, передается Дэндику. Так как собака любопытная, ему тоже надо с нами вот поучаствовать во всех этих вот выигрышах. Единственное, что он играет просто такие игрушки. Да, Дэнь? Вот он, такой мальчик. Обязательно всегда приходит, чтобы без него в игрушки играли, да, такого не бывает. Да, и в машинке тоже, скажи, у меня вот бегемот, корова розовая. Так вот. Так что вот так, Денюшка, да, скажи, люблю я поиграть или посмотреть, как другие играют, или поучаствовать. Все, что, короче, связано с игрой, я это все очень-очень люблю. Дэнька, вот такой наш красавец. Ладно, всем передаем привет. Всем передаем привет. И вот Дэндику тоже передавайте привет, а мы по традиции ему все обязательно передадим. До свидания.